Значит, я тебе хочу представить компанию, которая тебе за счастье посидеть 4 часа следующие. Ну нет, за счастье. Кому за счастье? Давайте по часовой стрелке. Нам всем за счастье, да? Балашову Александру. Так. Мы уже познакомились, Валентин, представился. Значит, это лицо Республики Коми. Экстремал. Любит. О, люблю экстремал. Я сама экстремалка. Да? Да, любит экстремал секси. Нет, вообще, я имею в виду вообще. Не, я даже с радиокол бы погрузилась в клетки. Я люблю экстремал. Культурный Ваша. Центр. Значит, да. Я не знаю, как сейчас, но лет 3 назад был страшным бабником, сейчас любит только одну жену. Очень и больше при жене. Больше не может. Чьюга не говорит. До него дошло. Чьюга не говорит. Самая любимая. Кто же со своей-то ходит на концерты, это скажи мне, пожалуйста. Лет 30 назад проснулся и понял, что Айвазовская — это просто должен красить заборы. Начал писать корабли. Корабли. А, классно. Просто корабли начал писать. Вот его, твоя картина, Саша, нет? Я лучше. Кстати, картина, да? Хорошо, картина, да? Вообще изумительно. Здорово. Ты хоть что можешь нарисовать? С тех пор написал 12 тысяч кораблей. Многих девушек любит рисовать. Знаете, я договорю, в конце концов. Я бы хотела кто-нибудь, чтобы меня нарисовал. На голову, он только ноги. Лёва не разрешит. Ну не так, Лёва не разрешит. Нет, в красивом платье, в вечернем красивом, в пышном платье таком, красивом, а? Когда голый, он уже спокойно рисует. Я бы хотел. Волнуется все. Да. Плохо получается. Голос. Значит, помогает. Написал 12 тысяч кораблей. У нас обнажен, спит только на спине. Есть? Он даже вот по ночам рукой. Потому что ноги мерзнут. Парус. Жена его аккуратно положит руку, сказала: Саша, да успокойся уже, в конце концов. На 12 корабли продавали за $500. Картина писала за одну ночь. До 5 тысяч долларов. Правильно, Саша? Правильно. Улетали все. Вот талант. Вот сюда, уйди сюда. Здорово. Аплодисменты. На 12 тысяч рублей купил особняк на берегу Сысолы, окружил его рвом, поставил злую собаку и живет отрешенно от людей. Нет, зачем мне злая собака? У меня есть жена. Да. Да. О, еще один комплимент. Да. На самом деле, если серьезно, конечно, этот человек, которым просто за счастье подержать за руку. Ладана. Владелец сети магазинов. Владелец сети магазинов, барабанщик. Ну, вовремя... А каких магазинов там? Какого белья? Какого этого? Верхнего, нижнего, Олег Ладанов. А? Прошу почтить. Известный личность. Ну, тот самый. Полтора года играл на барабане, а потом спился. Добрались до тебя, Олег. А это Лёшка Лобовиков. Скромная личность. Значит, я до сих пор не знаю, чем он занимается. Этого никто не знает. Но иногда бывает в Париже. Не иногда, а уже как 20 лет, я подозреваю его, что, значит, вывозит делегацию депутатов с Сыктывкара и отвозит на Париж красные фонари. Я только хотел сказать. Делегация французского депутата проводит Сыктывкар на... Показать Париж. Бить лосей. И наши, в общем-то... Лоси все избиты, тут сидят уже потом больные. Нет, Крутаков говорит, в тихом омуте черти водят. Но самое главное, он учился в спецшколе по изучению культурного английского языка, но английский так и не выучил. А мы все его выучил французский. Самое удивительное, но по-французски спали только так. Да, вот. Вместо английского французский. Да. Кстати, вот насчет лось. Главный диспетчер Коми Республики. Это лось, которых бьют. Когда главный самолеты падают, да. Как раз, значит, он отдыхает. Где-то он отдыхает. Главный диспетчер Коми Республики. Представляете, какая должность? Да. Лёшка. Здесь сижу-то. Он там, наши люди сидят, да? Но он бы, кстати, мог быть диспетчером, например, Лондона или Нью-Йорка. Элементарно. Но английский, конечно, легко. Английский не знает. Легко. Поэтому... Ничего, выучит. Он на курсы же ездил. Какой выучит? Ему 50 лет уже. Что там выучит? Выучит. Да технари другой так. 3 года учился в Санкт-Петербурге. На пальцах. Все, легко. Симофорит, симофорит. Конечно, главное, что английский говорит о полной программе. Сейчас на полной ставке подметает территорию аэропорта. Шуйда учит английскому языку каждый день. Все он учит, он даже в Питере 3 года учился. Ну что, легко. Кличка у него... Лось. Я еще чем его вот запомнил. Это которых бьют. Каждые 3 года на глазу выступает фурункул. Да. В школе. Ячмень. А то и два. Акция продолжается. Нет. После школы все прекратилось. Любит две вещи. Это аллергия на школу, на учебу. Любит две вещи. Охоту и шуйду.
Такой Шуйда. Шуйда — это его любовница. До сих пор причем. Тайная. Садика, садика. Тайная любовница. Садик, садики сидели на одном горшке с ней. Потом в школе сидели, потом в институте сидели. Теперь вот так это что их связывает эти долгие годы. Не могу избавиться никак. Столько лет вместе сидели, да? Я ее примерно полгода назад видел. В самолете из. По-моему, с сыном. Откуда? А, ну да, она. Она ездила на Кубу сейчас же. Бородера. Отдыхала с сынком. Как вы быстро обслуживаете? А закуска уже полтора часа, да? Рыбу уже пожарили. Не, постарайтесь побыстрее, пожалуйста, хотя бы полчаса. Мы на вокзал сейчас и уезжаем. Лё, не снимай, нельзя. А камеру снимать нельзя или вообще? Серьезно, нельзя, да? Она не понимает. Да ладно. Ребята, ну интервью закончилось, есть что добавить или нет? Это что, тебе белое принесли в бокале, Наташа, наверное? Это да, а мне бутылку принесли. Она уйдет так легко. Да ты что? Конечно, незаметно. Незаметно. Глазом не моргнешь. Хочу еще отметить, что, ребята, действительно, ни хрена вы не меняетесь. Такие же. Смотри, даже Анна написана на мое имя. Специально для меня. Видишь, принесли? Смотри. Там уже смотри. Надо, чтобы 10 минут было. Левка, смотри. Быстрее. Даже Анна написана на вине. Смотри. Скажи, что здесь Серега? Лева приехал с ЦТК. Поднимай. Вот. Аня тоже. Да. Приехал с ЦТК. Открыто уже, открыто, что ты ломаешь. Не мучайся. Я не могу прыгнуть на этой теме вашей. Да, открыто, наливай. Открыто. За вас, ребята. А что? Горлат, ты спросил. Стакан. У нас не принято из стакана. Бамс. Лёва, бамс. Путинка. Ну, я, собственно, персона, имею счастье сидеть в такой дорогой мне компании. Следующие 18 лет и опять проживу изгнанником в дальней стране. А мы только сок. А вы такие же будете. А мы не пьем, никто не пьет больше. Один Лёва алкаш приехал. Отпились уже. Ну, все, выключай пока. Сейчас выложим на YouTube. Давай. Пленка закончится.